Ребзя для вас специально. Он взял говядину, такую мякоть, которую, ну, пожарить сложно на самом деле. Ну, она как бы мякоть, да, но травяной откорм. 3 киви. Добавлю. Масло немного добавил, оливкового. Соли. 2 горсти. И вот уцко есть. Все, больше ничего не буду добавлять, короче. Даже перца не буду добавлять. Ну так, по ощущениям, руки разъедает. Прям пипец. Мариновать буду ровно полчаса. Далее буду жарить на электрогриле. Сегодня дома, не на даче, поэтому как бы вот такой вот экспериментик. Ароматика какая. Вот так вот, снимая с руки, без оборудования, без звука, масло сливочное тает, лучок замаринован, яблочки подготовлены, шашлык из говядины маринуется с киви. Сейчас будем вкусно обжаривать яблочки. Я добавляю немного сахара. Туда отправляем яблочки. Это будет вкуснейший гарнир к шашлычку. Его приготовил мой коллега Дмитрий с канала «Люблю вкусно похомячить». Так что подпишитесь на его канал. У него много всего интересного. А мы, друзья, продолжаем готовить вкусняшки. Друзья, яблочки жарятся, снимаю все лайфом. Вот, шашлычки начали двигаться. Сейчас я закрою все это крышечкой. Вот такая вот у меня электрошашлычница. Это от компании Китфорд. Это не реклама, не буду ничего рекламировать. Просто она мне нравится, и я вам чисто по-дружески советую. Отличная шашлычница. За недорого. Посмотрим, как работает маринад. Маринад у нас, напоминаю, на киви. Вот еще у нас тут остался наш шампурик на другой. Это мясо будет, получается, мариноваться где-то минут 50. Это 30-минутное. Посмотрим, что будет на выходе. Продолжаю экспериментировать. Всем хорошего вечера, не отключайтесь. Ну вот результат. Говядинка. Салатик вот сделал с помидорчиками, с овощами. Вот здесь у нас яблочки. Это лучок маринованный. Давайте попробуем. Я сам снимаю с руки. Смотрите. Ну, волдановый кусочек такой. То есть прожаренный полностью. Попробуем, что там по сочности. И по мягкости. Друзья, ну в целом вкус говядины чувствуется. Мясо, конечно, нужно пожевать. Но в целом оно мягкое. Хочу сказать, что маринад из киви отлично работает. Вкусно. Давайте попробуем яблочко. Такое красивое, аппетитное, карамелизованное. Друзья, невероятный гарнир. Шикарный. Так и хочется лучком это все закусить. Лук, кстати, вкуснейший. Делал его с сумахом, с гранатовым уксусом и с кинзой. Соль и сахар. Ну и, конечно же, салатика. Вкуснейшего. Здесь у нас заправлено все ложкой сметаны. И немного кефира добавил с чесноком. Все очень вкусно. Друзья, пир был, пир будет и пир есть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч.
Всем пока. Вот такой лайв-видео. Снимаю сам с руки. Без звука, без света. Не знаю, если вам зайдет такой формат видео, буду больше снимать для вас. Вертикалочка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Всем пока.